Могу сказать без всяких сомнений, что есть бесконечное число вселенных, некоторые из них такие же, как наша, или совсем такие же, может быть, кроме одной-двух важных вещей. Лекс Лютер. Откуда у тебя бомба? Что, тоже хочешь? Мышка-повторушка. Отойди от него. Я сам разберусь. Ты одурманил меня, заставил меня... Луис, мой сын. Сначала Криптон, потом Метрополис. Куда ни посмотри, люди, которые тебе дороги, рано или поздно взрываются. Супермен, не надо. Вот за это я тебя люблю, Супермен. Тебя куда проще одурачить, чем... Думаешь, что можешь завести семью? Что если ты меня запрешь, я волшебным образом исправлюсь, и им ничего не будет угрожать? Такой большой, а такой глупый. А теперь иди. Мне побег надо готовить. Следующий номер будет еще грандиознее. Ну все, хватит. Я знаю, раны еще свежи, но... Думаешь, ты сможешь снова полюбить? Может быть, свою новую семью ты не убьешь. Женщина, Аквамен, давайте покончим с этим, мне нужно добраться, прежде чем Лютер состроит нам какие-нибудь новые козни. Думсдей. Нужно было действовать вместе. Кларк иногда забывает, что в одиночку ему совсем не справиться.
Ты прерываешь сегодняшнее шоу, Рейвен. Я ненавижу насилие, Лютер, но тебя я ненавижу еще больше. Я надеялся, что ты уже разобрался. Я киборг, а не чудотворец. Найтвинг вызывает Бэтмена, прием. Нам не помешала бы твоя помощь. Сначала я наведаюсь в Аркхем, нужно убедиться. Он подождет, нас тут медленно убивают. Скоро буду, Дик. Мы вели за ним наблюдение, как вы и просили, Бэтмен. Он уже который час сидит тихо. Что это еще? Как Джокер смог сделать это? Он ничего не делал. Настоящая ловушка. Позади нас. О, ты такой умный. Так ты теперь у Лютера на побегушках, Дефстроук? Он хорошо платит, и в качестве бонуса шанс убить Бэтмена. Почему бы не воспользоваться? Прости, Дэстрок, бонуса не будет. Бэтмен, сторожевой башни, прием. Найтвинг. Шазам! Зеленая стрела, что это было? Гром богов, Флэш, гром богов. И что нам теперь делать? Убирать этот беспорядок, что же еще? А теперь, если меня больше не будут прерывать... Чтобы взломать шифрование, мне потребовалось почти 2 минуты. Хорошая защита. Бэйн. Теперь я сломаю тебе хребет. Oh!
Бэйн, женщина-кошка Гранди. Ты остался один, Лютер. С гениями такое тоже часто случается. Психопаты вроде тебя. Все герои одинаковые. Вблизи ты еще ничтожнее. Ты испытываешь мое терпение. О, кидаться игрушками только и умеешь. Черт возьми. Ну что же, время научить тебя вежливости. Ну что же, попробуй вот это, гений. Супермен, что у вас? Все готово, мы наводим порядок. Я отправлю Думсдея в глубины космоса. Постарайся отправить его как можно дальше. Что это? Это сигнал «Не твое дело» называется. Радиационная тревога. Метрополис. Я уже вижу заголовки газет. Лига правосудия потерпела поражение. Миллионы погибли от рук клоуна. Ты дал ему ядерную бомбу? Большинство членов Лиги погибло. Любимый город Супермена в руинах. Я утешу людей и предложил заново отстроить его. По-своему, разумеется. Он закончил. Это Бэтмен. Тревога. Все сюда немедленно. Так, Лысый сказал, нужно не забыть... Да, вот так. Мистер Джей, это работает. Ой. Возвращайся в фургон, Харли, нам с Бетсом надо поговорить. Ну, сладкий. Ступай. Третий лишний здесь. Бэтмен. Я знал, что эта макака Дефстрок не сможет тебя убить. Не повезло тебе. Чего это ты так напугался? Я просто привел ее в готовность. Бояться надо вот этой кнопочки. Вот они. Заговори ему зубы, Брюс. Не жди нас, Барри. Иди. Нажмешь кнопку, погибнет 8 миллионов людей. 8 миллионов и 2 человека, дорогуша. Я надеялся насладиться зрелищем с безопасного расстояния, но явился ты. Приглашаю на последний танец. Thank you.
что случилось с этой штукой? А, это все ты виноват. Метрополис. Но какой-то... Возможно, я был слишком сентиментален. И я без тебя обойдусь. А теперь не с места. И просто молчи. Руки вверх. Я сказал, руки вверх, крысёныш, или ты покойник? А вот как смешно-то. Дилетанты. В следующий раз стирай данные. Они не все повстанцы, просто какие-то хулиганы, вроде того придурка из клана Джокера, которого мы чуть не взяли. Все еще не верится, что мы упустили Бэтмена. Да уж, будем надеяться, что босс об этом не узнает. Я в кошмаре, что ли?